В фойе концертного зала «Гигант Холл» открылась выставка работ участников третьего тура конкурса юных талантов «Звезда удачи-2012». Здесь представлены фотографии, рисунки и графические работы школьников Петербурга и Ленинградской области, принявших участие в конкурсе, организованном группой строительных компаний «ЦДС». Есть возможность проводить какие-то такие мероприятия, которые объединяют детей, которые позволяют ребятам показать свои таланты, свои способности, помогают ребятам поверить в себя. Все работы участников конкурса «Звезда удачи-2012» можно увидеть на сайте будущесегодня.рф. А в концертном зале сразу после парада победителей прошел гала-концерт, где школьники показали свои лучшие номера. Дело очень важное, нужное. Я вижу, с каким удовольствием ребята выходят на сцену, как для них это важно. Поэтому честь и хвала устроителям, молодцы, аплодирую. Третий тур конкурса юных талантов «Звезда удачи-2012» проводился в течение 3 месяцев.